Хотите, я вам расскажу прикол про развлекуху? Вот пришел один командир с развлекухой и сказал: развлекуха, а ну сделайте вот так. Развлекуха сделала черти как. Вот так. После этого сказали: развлекуха, сделай вот так. Развлекуха сделала вот так. После этого тот сказал: вы что выполняете не то, что я говорю, потом выполняете то, что я говорил раньше. Они рассказали: развлекуха есть развлекуха. Развлекаться должны не по правилам. А почему? А потому что развлекуха — это когда ты свободен, ты прыгаешь и скачешь. Школы нет, каникулы. Нет каникул у вас? Я сказала, в школе нет каникулы.